Ребятушки, привет, с вами Савченко Александр. И сегодня я вам хочу показать маленький секретик, если у вас не растут плечи, как можно лучше сжать. Итак, стандартный жим, все мы жмем таким образом. Но гораздо лучше будет, если мы будем сжать именно за счет плеча. Рисую такой полукруг. Веса будут немножко меньше, но нагрузка будет именно на наши плечики гораздо лучше. Поэтому мой совет вам: отстают плечи, пробуйте данное упражнение, юзайте, и все у вас будет хорошо. Всем спасибо, всем пока.